По данным Центра развития перспективных технологий, траты россиян на антидепрессанты с начала этого года выросли примерно на 70%. В Мэйтан также отмечают повышение спроса на природные антидепрессанты, продукты для иммунитета, сердца, сосудов и женского здоровья. В ответ на тренды и на уход с рынка крупных западных компаний, Мэйтан запустила собственное производство оздоровительных продуктов, выпустила в продажу омегу, цинк и пробиотики. Самое главное у нас в компании люди. То есть мы работаем для людей. Наши основные люди, каналы продаж, это тоже люди, потому что мы работаем через консультантов. Начиная с 2020 года люди поняли, да, что самое главное в жизни – это человеческая жизнь, это отношения межличностные. И вот в этом году это так сильно подсветилось, поэтому мы все свои действия, все проекты направили на то, чтобы как можно больше людей было физически, эмоционально здоровые. Собственное производство «Мэйтан» запущено в октябре. Здесь производят фитокапсулы из алтайского сырья, два вида чая и порядка 10 видов травяных сборов. Уже сейчас в продаже вкусовой чаговый чай и алтайские фитокапсулы для здоровья суставов и сосудов. В основе производства – наукоемкий подход, инновационные способы получения экстрактов и тщательный контроль качества. Все продукты разрабатываются совместно с учеными Алтайского госуниверситета. Вообще в ассортименте компании много продуктов, направленных на здоровье. Изначально он был только импортный, но мы находимся, компания все-таки алтайская, корнями здесь, развиваемся отсюда. И поэтому приняли решение, да, то есть ввести продукты, которые только натуральные и из наших трав. Еще один антикризисный проект компании бегает по коридорам. Это начальник антистресс-департамента Уруми. Она отвечает за эмоциональное здоровье сотрудников, участвует в совещаниях и носит статус всеобщей любимицы. А на первом этаже главного офиса компании на Ярных – арт-кофейня «Солнце внутри». Попробовать вкусный кофе сюда приглашают всех желающих. А после можно пройти в торговый зал и выбрать продукты для решения практически любой проблемы со здоровьем. В ассортименте «Мэйтан» более 350 позиций. От высококонцентрированной омега-3 из Израиля и аюрведических травяных таблеток из Индии до линейки средств из алтайских трав.